Привет! Меня зовут Хакунова Дарина. Я учусь на втором курсе образовательной программы филологии. Сегодня я помогу тебе разобраться в том, что такое студенческий совет факультета гуманитарных наук. Студсовет ФГН – это орган, защищающий и отстаивающий права и интересы студентов ФГН. В состав студенческого совета факультета гуманитарных наук входят непосредственно члены совета и комитеты. Члены студсовета – это те, кто в него избирается и несет определенные обязанности. Они занимают должности и работают над различными проектами в комитетах. Председатель студсовета ФГН организует заседание студсовета, в чем ему помогает его заместитель и секретарь, а также представляет студенческий совет на встречах с деканом и заседаниях ученого совета. Теперь давайте познакомимся с комитетами студсовета ФГН. Комитеты – это исполнительные органы, члены которых взаимодействуют с администрацией, работают над проектами и консультируют студентов по разным вопросам. В студсовет ФГН входит 5 комитетов, и каждый из них отвечает за свои сферы деятельности. В сферу ответственности социального комитета входят социальные вопросы, психологическая помощь, контроль качества общественного питания, благоустройство зданий и так далее. В обязанности комитета входит информирование студентов о новостях, связанных с учебным процессом в университете. Также комитет занимается анализом и экспертной поддержкой образовательной политики университета. Кроме того, к членам комитета можно обратиться в случае возникновения конфликтных ситуаций или недопониманий, связанных с проведением экзаменов или, например, с процедурой апелляции. Информационный комитет определяет информационную политику студсовета ФГН, занимается ведением страниц студсовета в социальных сетях, составлением контент-планов, информированием студентов и взаимодействием с ними. Научный комитет поддерживает академическую активность студентов и рассказывает о научных мероприятиях в стенах факультета. Неучебный комитет, как следует из названия, занимается неучебной жизнью. У нас есть аниме-клуб, у нас есть киноклубы, у нас есть клуб исторических танцев. В общем, приходите, и мы претворим ваши идеи в жизнь. С этого созыва почти на всех бакалаврских программах появились локальные омбудсмены. Кто это и чем они занимаются, расскажет Арсен Аламуратов, отвечающий за организацию работы уполномоченных по правам студентов на ФГН. Локальный омбудсмен – это студент, помогающий другим студентам определенных ему ОП решать срочные проблемы, возникающие во время учебного процесса. Это, например, проблемы с расписанием, сложные ситуации с учебным офисом и преподавателем и многое другое. В студсовет может обращаться каждый студент, который столкнулся с трудностями или который хочет улучшить любой аспект учебы и жизни в университете. Но лучше стать его частью, и это сделать очень просто. Вступайте в комитеты, выдвигайтесь осенью на выборах, работайте, помогайте своим коллегам и делайте наш факультет еще лучше. Ждем вас в нашей команде!